портит. Шахматный камбэк. Да, я попросил Кирилла побыстрее испортить позицию, но да, нормально. Так, все, играй сам. У белых, наверное, лучше. Я ничего не отдал даже. Да. Даже я пешку выиграл, нет? Ну явно тут какой-то мат точно должны получить с таким королем. Чего? Какой-то мат должны черные дать, наверное, нашему королю. По идее, при оптимальной игре. То есть я не верю, что так можно играть. Да. Сразу не видно, по крайней мере. К нему надо бы слон же 4 перевести, но не получается. Ну и что, а в чем идея? Обменяться. Меняться? Это да. Весь твой план на игру? Сейчас мы короля на Е1 наберем, будем стоять нормально. Пешка лишняя уже в кармане. Почему бы и нет, собственно? Все, просто все мои старания ты убил. Вообще, конечно, даже эта позиция большого доверия не вызывает. Что уж тут говорить. Слона на Е3. Ой, да, такое не держится. Сейчас ферзь c6, и все это начнет обсыпаться. Вот, это нам вроде помогли. Почему не на d2? Да не знаю, остаточный этот рефлекс, наверное, что типа, может быть, король когда-то уйдет в рокировку. Нельзя же это бить, да? Слон b5. Слон b5, что ли, слон b5, а b с другой стороны. Ладно. Блин, рокировка не помешала об этой позиции. Что тут говорить? Как теперь это держать? Давай, думай, спасай. Честное слово, лучше без материала игра. Король Е2. Гениально, блин. Ну я не знаю, как играть? Ну он всеми фигурами заходит, что делать? Ну ладья D1. Ну да, толку-то сейчас АБ ладья А2. Слон B4. Ладья А2. Слон под бой. Ну скидывай слона. Слон B4 будет, какой ужас. И одного хода. Спасать-то будем позицию? Да будем. Что это в заход? А в чем идея? Да ни в чем, в конце варианта мы все равно без слона останемся. Ну ему хотя бы найти это все. А, ферзь b4 пошел. Тоже можно. Если надо, то есть по пару ладей снять, то вроде ничего страшного сразу. Ну, у него слишком много ладей атакующих. Нам нужно ладью поставить на e1 и короля на f1. Да, и у нас, когда мы это будем все исполнять, у нас по-любому в какой-то момент отвалится слон. Это ж понятно. И сейчас вот нас лишили этой привилегии. О боже. Ладья 3. Ну, здесь невозможно ничего не зевнуть, если честно. Ой, слон 6. А, хотя пусть слон А6 играет, ладно. Хотя нет, слон А6 выигрывает. Кого я обманываю? Так, а тут я что-то хотел... Слон Б4. Б4 подбор было. А, ну да. Так, все, по-моему, у нас уже крепко. Очень крепко. У нас уже пешки не хватает. По-прежнему король. Король вызывает некоторые... Бежим. Некоторые подозрения. Почему бежим? Вот что ты мне говоришь, подруга? Почему я ладью не съел? Ты можешь сказать? Бежим, блин. Тебе после ладья D3 все уже прибежали. Пипец. Бежим. Замечательно.
Бежим быстро. Надо было просто на F2 убегать. Да не надо было убегать никуда, надо было забирать ладью и выигрывать. Все, руби флаг. Тоже победа. У тебя получится? Конечно, нет. А вот. Что вот? Мы же не можем меняться там. Но он тоже ничего не может сделать. Нет, он может b1 ферзь сыграть. Но я ему флаг срублю. Ну, мы ждем. 9 секунд. Ладно, руби. Руби. Да, да, быстрее. Готовься к шахам, сейчас будут шахи. Быстрее короля убирай. Все, и ты доволен? Безусловно. Ты такое вытащил. Блестящая партия. Отправь ее на кухню. Беги, беги, блин, ну как можно было это сказать? Ну что, вот здесь все так плохо? Нет, все замечательно. Видишь, движок же даже оценку не показывает. Видимо, мат форсирован. Минус один всего. Ну-ну. Ладно, всем спасибо за внимание. Да не, везде там жбан, понятно же.